храм святителя Петра Митрополита Московского и всей Руси чудотворца в деревне Овсюна появился в 1905 году. Здесь обучали детей закону Божию, арифметике, правописанию, русскому языку, литературе. Была такая идея, чтобы в дальнейшем к этой школе пристроить храм. В 1905 году здесь появляется храм Петра Митрополита, который был освящен по старообрядческому чину. Когда в России произошла Октябрьская революция, государственной политикой был провозглашен атеизм. И в 20-х годах храм Петра Митрополита был закрыт. Здание школы, оно использовалось более полноценно. А здание храма, вот, по свидетельству местных жителей, очевидцев, оно как-то так использовалось как склад, а иногда как уборная. В какой-то период времени кровля храма четверика, она была разрушена. Не было ни купола, не было ни кровли, нет ни одной фотографии местных жителей, чтобы вообще в советское время храм Петра Митрополита имел хоть какую-либо кровлю над четвериком. Уже послевоенное время здесь размещался клуб местный, деревенский. Тут размещались библиотека, санчасть, еще какие-то различные организации, не имевшие никакого отношения к религиозному предназначению этого здания. Особенность храма Петра Митрополита в том, что сам четверик является памятником федерального значения. И для того, чтобы его восстанавливать полноценно, нужно провести определенного рода изыскательства. Исторические, архитектурные. Нужно получить разрешение. И потому восстановление храма Петра Митрополита, вот именно самого четверика, это достаточно сложная операция, которая не под силу только церковного круга. И это можно восстановить, возможно, всем миром. Возможно, если появятся какие-то люди доброй воли, желающие помочь восстановлению храма, имеющие на то соответствующие средства материальные. Священнослужителей нашего Ореховского района восстановить такой храм не представляется возможным.